ехать всего минут 5. Верблюды, верблюды, посмотрите, как они красиво выстрижены. Боже мой, вы что, приехали уже? У девочки ногти накрашены синим. Такая красота неземная. Два верблюда. У них такая прическа, как это называется, груминг, что ли, да, вот когда вот выстригают. Даже не прическа, а по всему телу такая красота. И посмотрите, если вам видно, на передних ножках у него золотые браслеты. Я не знаю, может, и на задних тоже. Нет, на задних нету, я вижу. Ну, как бы не золотые, конечно, но под золото. Я не знаю, чего она вышла. Каким-то новым путем. Вообще нам было доехать, не знаю, там 4 минуты, но едем уже долго. Может быть, мы бабушку довозим. А что вы говорите, что мне розовый не пойдет, и что буду как поросенок, и в моем возрасте розовые не носят? Посмотрите, в каком возрасте розовые носят. Ой, мама. Я чувствую свою связь в прошлой жизни с Индией. Почему меня тянет к таким ярким цветам? Ну и что, что не носят у нас? Мне, например, угнетает то, что мы привыкли носить темное. Я работала много лет на секонде, и когда приходили женщины, ну, я считаю, молодые, там, ну, опять же, 40-50 лет, и говорили: да нет, нет, это мне уже ярко, нет, мне надо только черненькое, только серенькое. Я все время, ну, огорчалась даже. Давай ланч, давай, да, прекрасно. Большие лепты, young lady with baby. Ей надо было ехать в другую сторону. Я говорю, почему женщина с ребенком вышла? Ей говорит, надо было ехать в другую сторону. И она, а там не было разворота. И водитель сказал, что тебе лучше тогда выйти. Вот. Кажется, женщины должны быть как цветы, яркими. Пусть мужчины носят черное, если хотят. И то тоже красиво, когда светлым. Индийские мужчины любят светлое. Вот. Так что вы меня не отговаривайте. Розовое я себе тоже куплю, и желтое тоже куплю. Вот. И оранжевое куплю. Ну, кто виноват, что мне опять зелененькое попалось? Это какая-то загадочная загадка. Иду за желтым, мне попадается зеленая. Маску, говорит, одень. За каким бы цветом ни шла, мне попадается зеленая. Сейчас посмотрим. Здесь, наверное, полиция. Может, какая облава. Сбор мусора. Вон там прямо целая куча мусора. И сразу такая большая машина подъезжает. И ковшом выгребают мусор. Он отъезжает назад, а сзади машина. Она нам гудит. Все, мы не катимся, мы не катимся. Перегородили полдороги и не катимся никуда. Ну, уже 12:25 почти.
мы решили заехать немножко перекусить, пообедать. Вот уже люди на обед собрались. Но вообще индийцы позже обедают. А что, мы здесь, что ли? Это же не наша едальня. Не наш ресторан. Наш дальше, да? Вот он, наш ресторан. Здесь все ресторанами называют. Есть пара стульев, уже ресторан. Так что это у нас ресторан. Сейчас перекусим легко-легко. Авто нам. Ну, никого нету, никого, да. Рано им еще. А? I want fan. Вот такой салат из лука они дают как бы вдобавок к обеду, ты за него не платишь. Когда лук стоил 80 рупий, то перестали давать лук, стали давать редис. Вот этот белый длинный редис, дайкон. Саши сказал. А сейчас лук стоит 20 рупий, поэтому вот дают такой от заведения комплимент, так сказать. У индийцев это нормально. Есть лук сырой и на обед, и на завтрак даже, и уж тем более на ужин. Вот, они не говорят, что это, ой, от меня будет пахнуть. Ну, это витамины, что тут вообще, это полезно, убивает микробы. Они еще и вот этим закусывают. Мы вот это вот никогда не едим, чили. Вдобавок ко всему. Тут и так все остренько. А они догоняются сырым чили. А у нас пока еда готовится, лук сейчас подмаринуется слегка. И действительно будет очень вкусно. Оно и так вкусно. Ну и знаете, да, вернее, все, кто смотрит про Индию, все, естественно, знают, что здесь многие едят руками. Кто приходит первый раз на канал, ой, фу-фу-фу, вы руками лезете. Это нормально. А вообще руками, на самом деле, попробуйте поесть, кто не ел. Это вкусно. Это гораздо вкуснее, чем вилкой и ложкой. Какие-то другие вибрации. Вот. Ну, давай, папа, давай отметим этот день. Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни. И я рада, что компьютер починили. Бэби Хелси. Нас кто-то ему позвонил, там знакомый с Гуа, пригласил нас на ужин. Но мы хотим побыть вместе. Мы и так уже много тусим в общественных местах. Мы часто любим быть вдвоем, просто куда-то ходить и ужинать вместе, обедать вместе вдвоем. Вот, слушайте, ну это такая вкусная штука, ласси называется, сольти ласси, или баттермилк, баттермилк они его называют, или час, да. Вода, соль, немножко кёрда, вот это все перемешивается. А сверху они посыпают, там и зира, там какие-то специи, пожитник, мне кажется, что-то попало на зуб. Очень вкусно. Что ты заказал? Ты же говорил, что ты не будешь заказывать с паниром. Матер панир. Матер – это зеленый горошек, а панир – это панир. Адыгейский сыр. This half plate? Half plate. Вот очень хорошо в этом ресторане, что можно заказать полпорции. Вот, поэтому... Ага, спасибо, thank you. Поэтому мы полпорции дала и полпорции матер панира заказали. Да, да. Угу. И лепешечки. Да, да. Саши обычно съедает на обед две лепешки и на ужин две лепешки. Он с севера. На севере в основном едят лепешки, на юге рис. А я съедаю одну, даже одну не съедаю. Все, приятного аппетита, бон аппетит, папа. Всем бон аппетит. Горячая. Да. Здесь, когда едим, лепешка мягкая. А когда иногда домой он привозит, что-то заказывает. Они заворачивают в газету лепешку. И пока доедет, эта горячая лепешка через газету высыхает и становится как сухарик. Вот.
здесь есть вкуснее. Я говорю, пусть они не в газету, а в полиэтилен заворачивают, тогда останется мягкое. Спасибо, thank you. Вон сколько лепешечек он налепил. И вот целый день возле такой горячей печи. Один у горячей печи, второй у горячей сковородки. Хорошо. Я хотела бенган барте, это баклажаны. А у них нету баклажанов. Саша говорит, я сегодня вам принесу баклажаны, а вы мне завтра приготовите бенган барту. Это здорово. Говорю, спасибо. Папа arrange everything, darling. Молодец, какой он у меня. Все может организовать. Придраться даже не к чему. Как у меня сын говорил, нас, мужчин, надо раз в неделю пушить. Пушить – это как вот кота против шерсти гладить. А то мы, говорит, от хорошей жизни… Ой, посмотрите, какая прелесть, какая машина. Борзеем, говорит. А мне его даже пушить не за что. Но раз в неделю надо, пушу иногда чуть-чуть. Но пока вернулась, вот этот месяц я его не пушу. Раньше пушила. Он тоже старается мне во всем угодить. How much we pay for lunch? Lunch 190. 190 рупий мы заплатили за обед. 190 рублей. О, нашли хорошего человека. 150 рублей. Маску. О, Господи. Папа свим. Нет, in one hour. Я говорю, давай ты сегодня покупаешься. Он говорит, ну, сейчас желудок полный, не сейчас. Через 2 часа. Он еще сколько мы дней уже тут? 3-4 дня, а он все еще не купался. А я 2 раза в день купаюсь, как штык. Папа хаусмен. Саши не любит этого и не дает им денег. Он не поощряет, чтобы детей использовали. Вторая бежит, такой же лохматый. Улыбается, молодая совсем. Ребенок такой чумазый. Что она сказала? What she say? Now she say, you will have that. I say, fuck you, I don't care. Она сказала, тебе плохо будет. Такие молодые. Ну, я обычно говорю, ваши речи вам навстречу, ваше дело вам на тело. Вот, если кто-то посылает мне такое, я ставлю зеркало и все. Я не принимаю этот дар, можно так сказать. Пусть это останется с вами, то, что послали. Смотрите, какая мостовая. Я думаю, что мы трясемся. А она вся вот выложена из таких кирпичиков. Интересно, почему не заасфальтировано? И вот переходим на асфальт.
Вот девочки, видите, собирают пластик. Тяжелая работа. Но не поберут. Берем стирку свою, ну долго она стирала, забрала в субботу, а вернет во вторник, если это вернет, конечно. Сейчас еще посмотрим, может она еще не постирала. Особенно если не гладила, то это вообще я бы все постирала за один день. Я в надежде на то, что они погладят, отдала. Здесь сохнет быстро. Оля нагладит. Гладит. Что она сказала? Гладит. Через 1-2 часа. Да, она сейчас погладит. Ну, слава богу. Какое счастье, боже мой. У нас будет глаженная одежда. Вот такие незамысловатые у нас радости. Глаженная одежда – это уже радость. Я жду. Давай. Патрик, папа. Большой папа Патрик. Смотрите, обезьянка. Я осторожно. Там, где папа, там и... мама и дети. В общем, надо тут их смотреть. Нету. Ну что, друзья, мы возвращаемся в наш дворец. Пошли с нами. Я Саше говорю, надо в соседний отель сходить на обед или ужин. Я же обещала вам интерьеры поснимать, фотографии сделать. Мы живем в Саджан, не вас. А хочу сходить в Майт Баван. Он... дороже. И там в ресторан всех пускают. Слушайте, я сейчас еще раз схожу, покупаюсь. Просто дар Божий. Что с этим, с бассейном у нас гостиница. Типа как... отведай, царица. Отведай из моего кубка. Почки два раза, царица. Так, ну все, дорогие друзья, наверное. А может и не все. Временно прощаюсь. Папа, stay at home now? Ну тогда, you will let me swim one more time? Ты мне дашь поплавать? Ну, half hour. Прямо сейчас, после еды. Нет, через полчаса. Я знаю, что он хочет услышать. Вот, ну все, друзья, обнимаю вас. Нам опять отключили. Ну, потому что люди оставляют кондиционер включенным. Он. Вот. Конечно, они берегут электроэнергию.